В Лиссабоне открылась крупнейшая выставка художника Ай Вейвея, известного прежде всего конфликтом с китайскими властями. Последние годы он живет и работает именно в Португалии. На выставке под названием «Восторг» как скульптуры и инсталляции самых разных материалов, так и фотографии и видеоработы. Некоторые из них, созданные в последние годы, вообще впервые показаны широкой публике. В парижском Лувре новая выставка состоит всего из 6 экспонатов, но тоже привлекает большое внимание. Это 4 античных статуи из Ливии и 2 барельефа из Сирии. Предметы древнего искусства были перехвачены французскими таможенниками. Их похитили в объятых вооруженными конфликтами странах и пытались продать на черном рынке. В Лондоне выставка, которую называют крупнейшей коллекцией работ Бэнкси. В подвале Ковент-Гардена более 90 рисунков, от всемирно известных до тех, которые посетители, возможно, увидят впервые. По словам организаторов, выставка проводится безо всякого согласия анонимного уличного художника, так что все экспонаты взяты на прокат из частных коллекций.